Ром, поздравляю с победой. Какие эмоции матч оставил? Вообще против Куньлуни в этом году очень результативно сыграли, да, 6 шайб на выезде, 5 сегодня. В целом, что скажешь по игре? Ну, эмоции, конечно, позитивные, в плане того, что мы сыграли очень строго в обороне, сыграли на ноль, помогли вратарю, и он нам помог, и забили хорошие голы. Первый период действительно прошел на равных, отмечали, да, и журналисты, и тренеры сейчас на пресс-конференции. Что поменялось во втором периоде, на твой взгляд, на что тренеры обращали внимание? Да, просто мы больше стали играть в атаке, держали шайбу, то есть накладывали смены. Соперник, соответственно, уставал и делали больше бросков по воротам, нагружали вратаря. Твои две шайбы сегодня, вспомни, они такие нетипичные, наверное, для защитника получились. И первая, да, с рикошетом от соперника, и особенно вторая в меньшинстве. Настраивался на такие действия или как-то так импровизационно получалось? Да, так получилось. Главное, угроза ворот. Броски, она зайдет. Ну и, по-моему, сегодня у тебя главный сейв этого матча, когда ты коньком там вытащил шайбу с ленточки. Тоже что помогло так сыграть сегодня в обороне? Ну, это удача. Две игры в этом году, оба матча на ноль. Добавляет ли это позитива? И вообще, насколько важно сейчас уже там, да, за 15 матчей до плей-офф думать прежде всего об обороне, о том, как сыграть и в меньшинстве в том числе? Обращаете ли на это внимание? Конечно, обращаем внимание на оборону. Строго сыграть, каждый знает свои действия. Как говорится, чем меньше пропустим, на одну больше забьем. Ром, ну и впереди выезд достаточно сложный. Первая игра с Салаватом. На твой взгляд, на чем стоит сконцентрировать внимание в этой поездке? Что будет решающим фактором? Ну, я считаю, что в первую очередь мы должны сыграть очень строго в обороне, потому что команда Салават такая атакующая. Ну и сыграть одним целым, то есть командой, дружно, друг за друга. Как бы, я думаю, будет успех. Секрет Барыса парням расскажешь? Секрет Бориса? Кумыс.